Спустя 50 лет после открытия возле памятника первым комсомольцам-строителям «Магнитки» снова трудятся рабочие. Мастера ДСУ удаляют с постамента разрушившуюся кирпичную кладку, чтобы заменить ее на новую. Будет выложена кладка с огнеупорного кирпича, с нового, так как на этом кирпиче уже просто завелся грибок, кладка разрушается, внешний вид оставляет желать лучшего. В середине 60-х годов 20 века памятник был сооружен на средства, заработанные комсомольцами на весенних субботниках. Сегодня реконструкция композиции стала возможной благодаря программе «Реальные дела», принятой правительством области и поддержанной фракцией «Единая Россия» в Заксобрании региона. Стоимость работ – 350 тысяч рублей. Исторический облик памятника, уверяют мастера ДСУ, после реконструкции не пострадает. Все материалы будут заменены на аналогичные. Ребятня Левобережья несказанно рада новому спортивному комплексу. Это не единственный подарок для детей и взрослых, живущих в старейшей части города. В рамках программы «Реальные дела» решено реконструировать сквер Пионерский, расположенный на одноименной улице Магнитки. На данном участке будет установлено еще два таких детских комплекса и отдельные игровые элементы. Также в юго-восточной части будет установлено спортивное оборудование. На восстановительные работы выделено 2 миллиона рублей. За первый месяц реконструкции обрезаны деревья, скошена трава, пострижена живая изгородь. Ведутся работы по восстановлению фонтанов. В центральной части Магнитогорска тоже идет благоустройство. На самой большой транспортной развязке города, пересечении проспекта Карла Маркса с улицей Грязнова, работники ДСУ устанавливают новые урны. На каждом островке безопасности по два таких вот контейнера. Такие урны мы устанавливали в том году. Хорошие 70-литровые урны, удобные в эксплуатации. Всего на улицах и перекрестках Магнитогорска появится более 200 урн. По 65 в Ленинском и Орджоникидзевском районах, 69 в Правобережном. Стоимость одного такого контейнера – 2300 рублей. Цена всего проекта по производству и установке – 500 тысяч. Реализация его стала возможной также благодаря программе «Реальные дела».